no te están viendo. Что же такое эмпатия? И чем она так сильна?
активно отвечают от сочувствия. Эмпатия служит топливом для налаживания связи. Сочувствие способствует разделению. Тереза Вайдман является профессиональной медсестрой. Она изучила совершенно различные виды профессий, в которых эмпатия является важной составляющей. И выделила 4 качества, являющиеся характерными для эмпатии. Во-первых, это принимать чужую точку зрения. Способность стать на место другого и допустить, что его точка зрения является правдой для него на данный момент. Не осуждать. Это нелегко, ведь большинство из нас так любит это делать. Способность распознать эмоции другого человека и затем сообщить ему об этом. Эмпатия – это умение чувствовать вместе с...